Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь». Как вы уже поняли по названию, да, я собрал тему «Пуки». Сейчас я думаю, никому нету смысла показывать, какие я собирал сборки. Просто вот сейчас мы отправим на уже соглашение последний, второй состав, и получаем мы тему «Пуки». Вот, мы получаем еще награду, дали тут за два этих СБЧ два пака по 7500, то есть для начала это, можно сказать, даже выгодный СБЧ, вы получаете два пака по 7500, но чуть подороже выходит вам эта сборочка, где-то больше 20 тысяч монет я потратил на это, но все-таки все равно Тему Пуки — это хороший нападающий, 84 рейтинга, с таким высоким рейтингом очень ценятся игроки в самом начале, поэтому, думаю, будет неплохо. И вот он, мой Тему Пуки. И отлично, сейчас нам должны показать его появление. И вот он, Финн, нападение и Норвич Сити. Тему Пуки. Куда-то он прям так съехал. И не будет он выходить. Игрок месяца в АПЛ. Мы его получаем. И обязательно мы за него поиграем, потому что именно это и была моя цель. Сказать свое мнение, я пройду калибровку в Division Rivals, я до сих пор еще не прошел, как вы видите, ни одну игру в калибровке. Ну и давайте также мы откроем именно те паки, которые нам дали за сборку этой СБЧ, это два пака по 7500. Остальные мы немножко на потом оставим. Итак, будем просто смотреть. Так, здесь у нас даже нету рарного игрока. Я научился это уже хотя бы определять, да. Ну, кстати, вот Седрик — это неплохо. Ну, нет, это плохо очень. Но все равно мы это все пока что сохраняем. Второй пак за Тему Пуки. Надеюсь, хотя бы будет здесь створки. Да, здесь уже хотя бы будет внимание. Так, ну это не Вулкаут даже, это, наверное, просто обычный игрок, да, ну хотя бы золотая рарная карточка. Это Лукас Васкес, друзья, вот это, кстати, неплохо. Я так понимаю, это же непродаваемые у нас паки. А, нет, это, друзья, у нас продаваемые, так что я бы сейчас... Это отлично, кстати, что это продаваемый пак. Это, наверное, я не тот пак, конечно, открыл за награды, но все равно у нас там три вроде пака за 7500 лежало. Сколько, интересно, стоит Васкес? Ну, здесь он дешевый, за 1000 монет его можно слить, но все равно хороший нам нападающий, если и собирать испанскую лигу в самом начале. Ну что ж, друзья, вот она вам небольшая нарезка тех голов, которые я забил именно в этой калибровке Division Rivals. Начал я записывать вообще этот видеоролик примерно неделю назад, но вот руки дошли до монтажа этого ролика только сейчас, буквально через дня два, я его выложу сейчас 6 число, 6 октября, и за все это время, пока в моем клубе до сих пор играет Тему Пуки, он стал лучшим бомбардиром в моем клубе. Буквально в 32 матчах он забил 20 мячей и отдал там около 15 голевых передач. То есть это отличный нападающий, так что просто вы большие молодцы, если вы успели его собрать. Но именно этот нападающий мне очень сильно понравился в самом начале этой игры. Благодаря нему я и отлично отыгрывал именно калибровку. Ну что ж, с вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.